Здравствуйте, уважаемые подписчики. Очень рад вас приветствовать сегодня, в этот выходной день. Да, у меня есть замечательные наушники. Я думаю, меня будет хорошо слышно. Сегодня хороший, теплый денек. Все нормально. Вроде бы дождя нема. Вчера дождь шел целый день. Сегодня хорошо, так тепло. Небольшой ветерок есть. Да. Уф. Посидеть хорошо. Уже зима подходит к концу. Уже тепло. Что такая днем плюсовая температура, а ночью минусовая. Да, шикарная шапка, которая хорошо греет. Отлично. Я здесь сижу такой, отдыхаю, думаю, запишу видео. Отлично. Вроде качество хорошее. Звук, надеюсь, тоже. Да. Хороший день. Хорошее место, хорошая погода. Я вот никуда не спешу. Все отлично. Предел, куда не спешу. Мне достаточно времени. Почему люди спешат? Потому что у них мало времени. Потому что берут на себя слишком много. Надо брать ровно столько, сколько унесешь. А лучше вообще жить спокойно, расслабленно. Зачем на себя брать лишние проблемы? Проблем и так хватает в жизни. Так можно иногда отдохнуть. Тем более погодка позволяет. Можно полежать. Поспать. Почему? Потому что кто никуда не спешит, тот везде успевает. Да, почему я всегда прихожу вовремя? Потому что я никогда не опаздываю. А почему я не опаздываю? Потому что всегда прихожу вовремя. То есть, когда бы я ни пришел,
это есть вовремя. То есть я могу прийти когда угодно, и это будет вовремя. Поэтому, когда никто никуда не спешит, тот везде успевает. Кто никуда не спешит, тот везде успевает. Так, что так спокойно, так. Есть время отдохнуть, подумать. Хотя бы. Зачем куда-то спешить, торопиться? Все равно всех дел не переделаешь. Зачем зря? Всех денег не заработаешь, всех дел не переделаешь, всю работу не переделаешь. Я считаю, что работа должна, работа ничего не должна, но если ты что-то делаешь, то это тебе, я не знаю, должно, ну, как бы должно. Ты что-то делаешь такое не спеша, так сказать, вдумчиво, и поэтому что-то и получается гораздо лучше, чем если спешишь. Если спешишь, то все равно опоздаешь. Вот так все спокойно. Лежишь, отдыхаешь. Наслаждаешься. Хорошей погодой. Скоро весна. Днем уже плюсовая температура. Уже комфортная температура. Нужно спокойно заниматься своими делами или увлечениями, или просто полежать, подумать. Или можно просто не думать. Ну как, у меня хорошая слышимость. Я думаю, хорошая слышимость. А чё, хорошая погодка, хорошее место, хорошие люди. Я хороший человек. Времени полно. Можно просто поговорить ни о чем. И это будет хорошо. Потому что лучше говорить что-то. Лучше что-то делать, чем ничего не делать. Тем более, мне кажется, надо такие моменты просто наслаждаться жизнью. Хорошая погодка.
Ну хорошо. Всего хорошего. Хорошего настроения.